Привет. Привет. Это тебе. Послезавтра в 10 приходи, пожалуйста, в ЗАГС. Я подала на развод. Не опаздывай, ладно? Твои вещи. Федорова Елизавета Ивановна, вы готовы продать свой дом, расположенный по адресу деревни Ермолаевка, улица Лесная, 7? Согласна. В таком случае, вот здесь распишитесь, а рядом фамилия, имя, отчество полностью. И, как вы просили, в моем присутствии вам будут вручены денежные средства в размере 1 000 000 рублей за ваш дом. Вот. Пересчитывать будете? Буду. Вот и все. Дом продала. Вот тебе деньги. Спасибо, ба. Вручаешь конкретно. Слушай, ба, поживешь, пока я домик для тебя поищу. В доме престарелых. Ладно? Ладно. Ну, давай, садись. А за Аньку с Машкой не переживай, я все устрою. Будут у меня ложками икру лопать. Хорошо, Вась. Только решай все поскорей. Ага. Никогда не страдали из-за отсутствия доноров и не заметили никаких проблем. Алло, я? Да. Ты какой-то не такой вернулся. Да. Как там Тома? Да, все нормально, отец, все в порядке. Может, простыл. А, ну это дело такое. Ты вот что, ты попей горячего чаю с малиной и с медом. Есть, товарищ полковник. Разрешите исполнять? Исполняй. Свет выключить или оставить? Не, оставь, оставь. Хорошо, я оставь. Пойду. Спокойной ночи. И тебе спокойной ночи, сын. Давай, помоги вынести вещи. Забивай, поехали. Хорошо. Давай, доченька. Мам, а куда дядя Вася бабушку давай, увозит? К себе? Нет, доченька. Бабушка к дяде Васе не поедет. Пойдем, солнышко, пойдем. Она поедет в дом престарелых. Это такое место, где одни старенькие люди живут. Когда мы застаримся, нас тоже туда отвезут? Ба, ты где? Ба, ну что ты сидишь? Ну, пошли, там люди ждут. Ну, пойдем. Вот сейчас дядя Вася новый дом купит и бабушку заберем. Давай помогу. Не переживай, Аня. Мне Василий обещал о тебе позаботиться. Пойдем, Машенька. Вась, ну все. Давай, ба.
Так что пока в городе у него поживете. А можно мы пока в доме побудем? Во дворе, пожалуйста, ждите. А в доме нельзя. Чай не зима. Пока, ну все, бабуль. Пока, Машенька, пока. Бабуль, садись. Ну все, пошла. Ох ты, Господи. Так бабуля, отвезу, за вами приеду. К вечеру буду. Не забудь закрыть калитку. Хорошо. Шеф, готово все? Пойдем, доченька. Мам, а где мы теперь жить будем? Ну, что-нибудь придумаем. Володя! Товарищ полковник. Ну, здравствуй. Здравия желаю. По кофейку? По кофейку. По кофейку. Ваш десерт? А ты-то здесь какими судьбами? Да я здесь проездом. На малую родину еду, сестру проведать. Спасибо. Понятно. А где вообще якорь бросил? В Москве, небось? Не, дальше бери. Дальше на сколько? Полярные зори. Слышал такое? Поздравляю. Между прочим, начальник службы охраны. Крупнейшего за полярным предприятием. Ну, тогда действительно поздравляю. Спасибо. Слышал про твоего батю. Прими с болезнями. Да. Ну, а Тома как? Не знаю. Мы разводимся. Да? Так погоди, ты сейчас один? Да. Так поехали со мной. Я серьезно, мне такие, как ты, позарез нужны. Настоящий, толковый, с головой дружит. Я тебе первым замом своим сделаю. Окладик серьезный, квартиру, полный шоколад. Ну, что скажешь? Я подумаю. Ты знаешь, какие там северяночки. Ты у нас мужик красивый, без вредных привычек. Мы тебя через годик женим. Ну, я не знаю. Спасибо за предложение. Я подумаю. Подумай. Предложение реальное. В царстве крови, который был принят Госдумой в июле прошлого года, Никифорова, ваши витамины. Он вызвал в обществе неоднозначные отклики из-за отмены платного донорства. Закон предусматривает меры социальной поддержки для доноров, сдающих кровь безвозмездно, в том числе лиц, удостоенных званий «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России». Основной акцент в законе делается… Все послушал, все лишь значит. Камушки хорошие, между прочим. Мам, может, опять дяде Васе позвонишь? Он трубочку не берет, доченька. Тогда, может, дяде Диме? Дяде Диме? Ну, давай позвоним дяде Диме. Чего ты звонишь? Случилось что? Дима, привет. Привет. Ты уже спал? Да нет, не спал. На работу собираюсь. А вы чего не спите? У вас все в порядке? У нас все хорошо, просто… Что просто? Просто голос хотела твой услышать. Мне надо уходить. Ну, успехов тебе. Хорошо. Пока. Пока. Кто там звонил? Спи. Номером ошиблись. Ты ему ничего не сказала. Доченька, ну, Дима сегодня за нами не приедет, он на работу пошел. Слушай, знаешь что? У бабушки в сарае одеяло есть.
Мы их сейчас с тобой расстелим и будем на сене спать. Здорово? Согреемся. Ладно, мамулечка. Пойдем. Бери свой рюкзачок. Мам, а дядя Вася не специально нас здесь оставил? Конечно, нет. Я бы ни за что нас здесь так не оставила. Да, доченька. Мам, ты спишь? Нет, доченька, не сплю. Мы завтракать будем? Да, мое солнышко. Я сейчас печку во дворе растоплю. Чайку попьем. У нас с тобой пряники есть. И дяде Васе позвонишь? И дяде Васе позвоню. Хорошо? Не могу говорить. На операцию везут. Какую операцию? Ты что, заболел? Ань, хуже. Как бабулю отвез к вам, поехал, а тут фура на встречу из-за поворота. Короче, в аварию попал. Машину смятку, сам еле живой остался. Сейчас гипс накладываю. Надо же. Вась, Вась, ты что, меня обманываешь? Красиво разводишь, Вася. Прошу же, не палите. Вась, Вась, ты где? Вась, я прошу, подожди, Вась! Короче, некогда мне. Сама как-нибудь перекантуйся, на днях тебе перезвоню. Все, пока. Кто жена? Да хуже, сестра, достал уже. Муж есть, пускай его и долбит. Когда дядя Вася за нами приедет? Никогда. Мы здесь жить будем? Нет, конечно. Слушай, я тебя сейчас покормлю, а потом мы с тобой в гости пойдем. Я тебя с одним дедушкой познакомлю. Он раньше целым полком командовал. А я знаю, ты за ним смотришь. Да, здравствуйте. Как сообщается на сайте Союза общества и организации. С добрым утром, сын. Здравия желаю, товарищ полковник. Как спалось? Спал я по-гвардейски. Молодец. Спалось. А ты сам-то не заболел? Никак нет, товарищ полковник. Переходим к водным процедурам. Всегда готов. Сегодня Аня придет тебе. Будет с тобой сидеть. Ну, а ты куда? А мне в город надо. Зачем? Город. Дом проведать. Ну да, можно сказать и так. Ну что ж, передавай привет. А все-таки виноват я перед вами. Страшно виноват. Отец, давай не будем Агатом. Хорошо? Проходи, доченька. Владимир, я уже пришла. О, привет. Доброе утро. А, ничего, что я с дочкой, мне ее не с кем оставить. Привет, а я Маша. Да я помню, мы же с тобой уже встречались. Папа, Аня пришла с Машей. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, я побежал тогда. Здрасте. Отец, пока. А там на плите еда. Вы отца покормите и сами поешьте. Не стесняйтесь. Хорошо.
Значит, Маша, будем знакомы. А я дедушка. Так меня и называй. Хорошо, дедушка. Только ты мне на самом деле не родной дедушка. Правильно? Ты просто дедушка. Правильно. Просто дедушка. Она у меня такая. Хочет сразу все по полочкам разложить. Умница. Дедушка, а это ваша машинка? Где? На веранде. А, моя. Я только на ней езжу. Простите, она маленькая, не понимает еще. Ну, ничего. Как бы я хотел, чтобы у сына были дети. Вот такие вот. Любознательные. Детей нет. Решение, насколько я понимаю, окончательное. Да. Теперь насчет вашего общего владения. Вам принадлежит квартира по улице Октябрьская, дом 10/32, квартира 21. Имущество приобреталось в браке и в соответствии с законодательством Российской Федерации делится между вами поровну. У вас есть имущественные претензии? Нет. А у вас? А? У вас есть имущественные претензии? Да нет, конечно, нет. Хорошо. В таком случае, распишитесь, пожалуйста. Распишитесь. Это тебе. Что это? Это дарственная на мою половину квартиры. Володь, ну не надо. Зачем эта игра в благородство? Тамар, ну что ты говоришь, ну? Правду. Ну давай хоть раз скажем друг другу правду. Но ведь не было любви. Ну просто жили, потому что я была одна, ты был один. То есть ты хочешь сказать, что ты никогда меня не любила? Да. Ладно, я пойду. Постой, подожди, подожди. Возьми. Тебе так проще будет устроить свою жизнь. Спасибо. Я правда очень хочу, чтобы ты встретил женщину, которая... которая сделает тебя счастливым. Американской актрисы и певицы. Осталось всего две у нас процедурочки. Сейчас все сделаем. Концепция февраля 2013 года певицы относится к значимому веку 30-летней карьеры Вики. Они будут выступлены в разных городах США. В Лас-Вегасе можно будет увидеть Хьюстон такой, какая она была в 1988 году, на съемках клипа «Айвона». Петров, позвольте пригласить вас побыть моей музой. Не соглашайтесь. Ни музой, ни госпожой удачей. Вашему ухажеру Петрову уже не поможешь. Ему мат через два хода. Я Алтынин. Здесь уже 3 месяца в добровольном изгнании. Сбежал от молодой жены красавицы. А вы как здесь оказались? Да уж не из-за этого. Еще не привыкла, но привык. Точно. Вы, коллег, ходите или сдавайте. У меня хват бульдожья. Буду ходить. Я Екатерина. Ну и чего теперь? Новенькая. Старенькая. Так. Ты что на меня фыркаешь? Кто тебе виноват, что здесь доживать будешь? Я тут не задержусь. Все так говорят. Я не все.
Я оправдываться не собираюсь. Цаца! Привыкнешь. Все привыкают. А это кто? А это Володя. Володя с матерью. Это одна из последних фотографий. Она очень рано умерла. Это он теперь такой закрытый. А в детстве был, ох, непоседа страшный. Музыкантом хотел стать. И даже волосы себе такие длинные отрастил. В школе ругали, даже меня в школу вызывали. А я ему гитару купил. Он и теперь еще иногда играет. Особенно, когда это хандрит. Маша, да. А можно глянуть? Угу. Вот. Так. Маша, а что это ты нарисовала? Это называется «Пришла зима в Ермолаевку». Ага. А хочешь, я тебе один свой секрет покажу? Да. Ага. Вот. Возьми вот тот альбом. Вот, видишь? В шкафу? На книжках лежит. Вот этот? Да, 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 да. Неси сюда. Так, открывай. Марки? Ага. Ну как? Здорово. Ты же художник, а? Но вы снова меня удивили. Вы с сыном такие разносторонние. Это латиноамериканские. Коники. А кони это из Монголии. Федор, а как ты меня нашел? Жена твоя сказала. Ирка? Откуда? Она не в курсах. Ясное дело, я, крысеныш, все дела твои знаю. Деньги где? Неделя еще не прошла, дай срок. На. Ну, еще? Вот. Все, я буду пересчитывать. Ну ладно, ладно, только половина. Остальное потом, игра у меня не пошла. Игра у него не пошла. Смотри, Васек, я ведь долго ждать не буду. Отец, привет. О, приветствую. Как самочувствие? Гвардейское. Молодец. Как съездил? Как Тома? Тома нормально. Так. Вы толком так и не помирились, да? Я же вижу. Ну... А ты знаешь... Замечательная девочка у Ани. Машенька. Сегодня я ей подарил несколько марок. Так столько счастья было. Боже мой! Да. Что, почитать тебе на ночь? Или я пойду? Не, я сам. Сам. Я пойду. Нас несет, несет течение.
Ой, в Максимовку срочный вызов. Ой, где моя кепи? Ой, а там такая грязюка. У нас такие дороги, а личного трактора у меня нет. Вот что приходится брать с собой. Видишь, какая у нас работа? Ой, а ты что хотела-то? Эль, я могу у тебя Машку до вечера оставить? Мне к бабушке нужно съездить. Да, конечно. Ну что, курносая, иди к Полинке. Полина, возьми Машку к себе. Хорошо. Полина, спасибо. Маша, иди ко мне. Сейчас мы проверим кое-что. Ага, есть. Поехали. Приехали. К Федоровой. Сейчас выйдет. Да, строгая она у вас. Но вы правильно сделали, что сюда ее сбагрили. Небось, дома житья не давала. Да нет, все нормально. Ба! Аня, привет. Привет, родная. Чего приехала? Ну, тебя проведать. Не ближний свет. Бабуль, а я вот тебе апельсины привезла. Машке оставь. У меня тут полный пансион. Ба, ну ты как? Нормально все. Ну, а сами вы как? Жена Васи хорошо приняла? Он обещал не обижать. Угу. Обещать Вася мастак. Это ты к чему? Не приехал Вася за нами. Чего? Ну и где вы сейчас? Пока в сарае ночуем. Ладно, ба, ты не переживай, я все решу. Вот как. Долг отдала. Теперь пусть живет, как знает. Видеть его больше не хочу. Правда, значит, кто сюда попал, обратной дороги нет. Ба, ну, прекращай. Я тебя заберу. Ты что? Да не ладно. Волнуйся. Это ж судьба. Не о чем роптать. Ты чего? Чего ты? Сейчас. Ань, ты что? Что с тобой? Сейчас пройдет, подожди. Да-да, может, пройдет, а может, нет. Ты понимаешь, о чем я? Расторжение брака. Господи, что за ерунда такая? Отец, ты как? Нормально. Надо печку почистить перед зимой. Дымоход не тянет совсем. Давно пора. Отец, можешь чайку? Не, спасибо. Не хочу. Ладно, слава богу, а то я думал, потерял где-то. А что там? Что-нибудь важное? Да нет, просто бумаги. Я пойду чаю попью. Давай, давай.
простите. Здравствуй, Анечка. Ну, что ты так мчишься? Господи, извините, задержалась. А почему Машу с собой не взяла? Надоедать вам неудобно. Да не выдумывай. Пускай приходит. Я ее очень люблю. Такая славная девчушка. Вся в маму. Хорошо, спасибо. Сейчас я вас укрою. Так, аккуратненько. Ну, вот. А куда сегодня меня повезешь? Может быть, в лес? Там сейчас очень красиво. Замечательно. Тогда поехали. Значит, в лес. Вперед. Воздухом подышали, лесом полюбовались. Вот. И трофей. Калина. Слушай, а может мне из этой калины ягоды настоечку сделать, а? Да, наверное, можно. Владимир приехал. Ну, давайте. Ну вот мы и добрались домой. Ой, вот так. Ой. Так, простите. Ничего. Вот так. Ой, нет, Аннушка. Я еще побуду здесь. На воздухе. Ну, хорошо. Я тогда вас разверну. Угу. Я отвечу на звонок, хорошо? Хорошо. Алло. Привет, Свет. Да, могу говорить. К сожалению, ничего хорошего. Меня Дима бросил. Но это еще не все. Я беременна. От него, от кого же еще? Не знаю. Нет, ну, аборт, конечно, нет. Я подумаю, завтра решу. Ладно, все, пока. Девчонки. Привет, здрасте. Мам. Пошла? Привет. Прости, задержалась. У нас все в порядке? Спасибо тебе огромное. Привет. Куда без команды? Слушай, Эль, мне завтра срочно в город надо. Можно я Машку опять к тебе приведу? Конечно, без проблем. Знаешь что? А мы свой дом тоже продавать, как и вы, будем. Потому что деньги такие дают большие. Извини, уже поздно. Машин давай. Машинка, давай, собирайся. Я завтра утром ее приведу, хорошо? До свидания. Спасибо тебе. До свидания. Пока-пока. Может, лыжи идешь? Давай. Эй, красавица, а ты уроки сделала? Да сделала. Ты что себе пупок рвешь? Нацию чемпионы не нужны. Нам одной. Ну, сделала так сделала. Thank you.
Здравствуйте, в город. Да. Садитесь, подвезу. Спасибо. Бред какой-то. Мы так мечтали о ребенке, и мы его потеряли, а вы пытаетесь от ребенка избавиться. Откуда вы знаете? Вчера услышал ваш разговор с подругой. Владимир, у меня очень трудная ситуация. У меня нет другого выхода. Вы совершаете ошибку. Аня! Аня, не делайте этого. Да, я модельер-конструктор. Опыт есть. Хорошо, сейчас я подъеду, обсудим детали. Уверена, что я именно тот человек, который вам нужен. Да, уверенность – мой конек. До встречи. Доброе утро. Доброе. Так как насчет гаража? Так мы же с вами вроде договорились, пока можете пользоваться. Тамара, подождите, я что сказать-то хотел? А может, ужин? Ну, в качестве, так сказать, компенсации за использование вашей территории моим автомобилем. Послушайте, ну вот что мне с вами делать, а? Соглашаться. А вы пока будете думать, я отвезу вас туда, куда надо. Прошу. Привет. Привет. Свет, ты откроешь? Ну, вот все само собой разрешилось. Да, мы с Димой снова вместе. Ничего удивительного. Дима до сих пор меня любит. Ведь я его первая любовь. Хотел говорить, но не могу. Гложет. Я понимаю, ты о плохом не хочешь говорить, но и меня жалеть не надо. Отец, ты о чем? Я знаю о вашем разводе с Томой. Я посмотрел папку, которую ты здесь забыл. Отец, я не знаю, как это получилось. Значит, не она твоя судьба.
Смотри, что у нас вкусненькое. Сейчас. Горячее. Кушай. Мам, дай я посолю. Давай. Немножко вот тут, немножко вот здесь. И теперь подуй. Аня, какая хорошая. А... Такую б тебе жену. Аня. А что? Ты одинок. А, тоже. А дочка ее, Машенька, просто чудо. Отец, ну, не знаю, может, я просто не нравлюсь. Как так? А ты не спеши и делать выводы. Это ничего, что мы одни остались. Мне здесь даже нравится. Ну и хорошо. У нас с тобой все будет замечательно. Мы же с тобой сильные. В твоих ладонях нежных тает снег. Даже очень. Снежина голова окружение. И плещут волны белых рек. И нас несет, несет течение. Я верю, что с тобою все смогу. С тобою все преодолею. Нам белый вальс принес сердца весну. И пусть заснежены аллеи. Зимний вальс, снежный вальс над землей, в небе. Зимний вальс, снежный вальс высоко, в небе. Невесомый, воздушный, он нас окружил, в легком танце снежинками запорошил. Согрел улыбкой любовь одинокие души. И согрела улыбкой любовь одинокие души. Спасибо тебе, сын. Маму нашу вспомнил. Скоро я с ней встречусь. Отец. Отец, ну что ты говоришь? Ты у меня до 100 лет должен дожить. Да-да, я тебя за год на ноги поставлю. Ты у меня еще чечетку танцевать будешь. Да. Ты береги себя. Я очень хочу, чтобы ты был счастлив, сынок. Что, солнышко? Мам, я замерзла. Что у тебя замерзло? Ножки? Mm-mm. Ручки? Mm-mm. Носик. Носик. Ты мое солнышко. Мам, нос. Нос у тебя замерз. Ну ничего, бедный наш носик.
Ничего. Больше мы здесь, доченька, ночевать не будем. Надо нам что-то решать. Ну что, отец? Сейчас перекусим и поедем гулять. Коляску я твою смазал. Отец. 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 Аня, а ты что здесь делаешь? Привет. Привет. А Машка где? В сарай? Вы что, здесь живете, что ли? Да ладно, всего только 2 дня. Там тепло. Как тепло? Ты что творишь-то? Я понимаю, ладно, ты сама, но ты же дитя заморозишь. Я думала, вы в соседней деревне домик купили, скоро приедете. Да ладно, не волнуйся. Мы сегодня к Ваське поедем. Тут не останемся. А бабушка где? В доме престарелых. Как в доме престарелых? Ваське все дело, да? В нем. Вот молодец. Всех обманул. А что ж ты мне ничего не сказала? Бабушка свой дом под коттеджную застройку продала. Вот сейчас мы свой продаем. Туда ставь. Ага. Деньги серьезные дают. Осторожно, осторожно. Думаю, как осторожно. Понятно. И где они все сейчас? Давай, принимай. Васька, внук, так он бабушку дом престарелых сдал. А Аня, внучка с Машкой, у них дом сейчас под замком, так они в собственном сарае ночуют. Что? Ну. В сарае? Да, Васька обещал забрать и не забрал, обманул. Понятно. Где же они сейчас-то? А, они поехали к Ваське в город, только вряд ли он их там примет, потому что сволочь редкостная. И где этот брат Васька живет? А, я не знаю. Петя, Петя! Чего опять? Ты совсем уже мозг пропил! Ее ж сначала сложить надо! Дурак ты или притворяешься? А чё? Я есть хочу. Потерпи немножко.
Сейчас ваш брат подойдет. Хорошо. Совесть есть? Зачем сюда? Вася. Ты проблем добавить не хочешь? Это ты мне говоришь? Ты же трубку не берешь, как тебя еще найти? Ну, жалуюсь, раз пришла. А что у тебя? Обустроилась? Нет. Кто-то же обещал бабушке домик в деревне купить. Ладно. В общем, я недавно у бабушки была. Нужно что-то решать, ей очень плохо. А кому хорошо? Мне? Да я сам здесь прислуга. Тесть обещал в долю взять, а я до сих пор не при делах. Ладно, это тебя не касается. Вопрос во воле я решу. А насчет тебя? У тебя муж есть? Вот пусть он и шуршит. А на моей шее сидеть не получится. Так ему передай. Дима нас бросил. У вас же такие поцелуйчики были. За ручки кругом держали. Так ты одна. Жена твоя. Вась! Кто это? Что им здесь надо? Мы уже уходим. Дорогая, я не проездом. Буквально одну минутку. Все, давай, тебя найду. А кто их вообще сюда пустил? Мы, по-моему, с тобой договаривались, что встреча с твоей родней за стенами нашего дома. Иришенька, лапа. Ну, видно, охрана не разобралась. Я сейчас все выясню. Ну, выясни, пожалуйста. Не хватало здесь проходной двор устраивать. Хорошо, в дом не пустили. А то делай потом ревизию. Им же украсть, как нормальным людям, мартини выпить. Но они не совсем такие. Да ладно. Мой папа говорит, что среди этих нищебродов нормальных людей нет. Никто нас, мама, с тобой не любит. Доченька, это не потому, что мы с тобой плохие. Просто нам с тобой в последнее время не очень везет. Я знаю. Что теперь? Мне кажется, я придумала. М? Ты мне веришь? Да. Ну, тогда пойдем. Ну и в магазин? Ну, почти что. Почти что? Что это за почти что? Такой вот магазин. Федор, ты уже здесь? Че звонил? Деньги появились? Не совсем. Че значит не совсем? Не понял. Анька моя, ну сестра моя Анька, ну помнишь? Ну на свадьбе. Ты еще говорил, что она тебе приглянулась, запал на нее. Ну помнишь? Анька, помню Аньку, но она здесь при чем? Так она теперь в свободном полете. Короче, я могу вас вести. Анька похудела, еще круче смотрится. Но только все серьезно. Серьезно говоришь? Ну это как получится. Не понял. Если у меня с твоей сестрой все будет гладко, я с тебя долг спешу. Понял? Получится, Федор. Получится. Ну, смотри. Я тебя за язык не тянул. Если что, ответишь вдвойне. Выходи, доченька. Осторожно, там ступеньки. Дай ручку. Ну, вот и кольцо. Обручальное пригодилось. Машунь, солнышко мое, я тебя к бабушке в Рязань отвезу, хорошо? А то зима на носу, а нам жить негде. Ты меня там оставишь? Ну что ты, моя хорошая. Ну что ты, не оставлю, конечно, но это ненадолго. Мамуль, я не хочу в Рязань. Солнышко мое, ну ты же у меня умничка, ты же все понимаешь. Машунь, у нас нет выбора. Еще одну такую ночь мы не переживем. Но не расстраивайся. Не расстраивайся. Пойдем, я тебе что-нибудь вкусненькое куплю. Замерзла? Сейчас. Мам, ну скоро автобус. Скоро, доченька, скоро. Аня! Здравствуйте.
Привет. Привет. Мне соседи ваши рассказали, что вы остались без крыши над головой. Поехали. Куда? В дом отца. Всем места хватит. Спасибо. Спасибо, Владимир, нет. Тем более, что я с дочерью. Я сейчас Машку к бабушке в Рязань повезу, бывшей свекрови. И тем более, что ваш отец скажет. Отец очень хорошо относился к вам и к Маше. Что-то случилось? Случилось. Поехали. Поехали. Мы ненадолго задержимся. Я постараюсь быстро найти работу. Живите сколько нужно. Спасибо. И Машу-то надо в детский сад устроить. Ей по возрасту пора в подготовительную группу. А я не против. Я очень общительный ребенок. Даже очень. Нет, правда, не смейтесь. Да, это действительно было бы здорово. У нас в городе никак не получалось устроиться. У вас все получится. Это якобы слепая бразильянка. Мне на чистом русском. А ты, причем такой рассекой, не видишь разве? Грузовик на нас едет, а я не вижу. Я после их кашасы ежик в тумане. Обчистить хотела, но фокус не прошел. Да уж, выходил по морям, океанам. Очень интересно, вы мне потом все расскажете, хорошо? Ну что, коллега, плохо? Желаете партейку? Плохо. Ты говори, говори. Тебе легче будет. Дура я. Надо было внука в строгости воспитывать, а я ему все позволяла. Крал у соседей. А я вдвойне отдавала, лишь бы никто ничего не узнал. А как вырос, то вообще. Может, у него совесть еще проснется? Да нет у него совести, нет. А вот девушка к тебе приезжала, очень хорошая, по-моему. А, Анютка, внучка хорошая, верная. Только откуда же ей денег-то взять на свой дом? Скитается по чужим углам с дочкой горемыка. Поровну надо было деньги-то разделить, поровну. А я? Да что говорить, назад не воротишь. Мы все с одним умом сильным. Но надеяться надо. Надо, надо. Я? Например, очень хочу выйти замуж. Надейся. Ты надейся, а я уж тут и помру. Но ты ведь моложе меня. Ну, я думаю, располагайте здесь. Чистое белье в шкафу. Спасибо, Владимир. У нас есть. Хорошо. А я там, где отец. Гитару заберу. Владимир. Да.
Если вам интересно, у меня будет ребенок. Это правильно. Это правильно. Мам, ну ты где? Доченька, я здесь. Привет. Слушай, там бумажка из ЗАГСа пришла. Какая бумажка? Аня на развод подала. Так что можем готовиться к нашей свадьбе. А ты, я смотрю, не особо и рад? Нет, почему я рад? Просто неожиданно как-то. Что неожиданно? Или ты с ней не собирался разводиться? Нет, почему я собирался? Собирался. Ну, надо подумать. Думаешь, вот так легко сделать свой выбор? Подожди, подожди. Какой еще выбор? Я думаю, у вас с Аней все. Или не все? Все. Все. Хорошо тут у вас. Ну да. Красиво. Стараемся. Так сколько вашей девочке лет? 5,5? Да. Значит, пойдет к нам в подготовительную группу. Угу. Отлично. Только видите, у нас пока карантин. Как закончится, сразу и приводит. Хорошо, спасибо. Мам, смотри! Да, шустрая у вас девочка. Есть немного. Ну, счастливо, приводите. До свидания. До свидания. Ну? Мам, ну что? Ой, ты мой гномик. Мне здесь нравится. Нравится? Ну вот и замечательно. Скоро карантин закончится, и мы сюда вернемся. А что такое карантин? Карантин. Ну, это когда один ребеночек заболеет, и чтобы остальные детки не заболели, их в садик не водят. Мам, а ты другой стала. У тебя глаза опять светятся, как мы к дяде Володе переехали. Так, все, не говори глупости, пойдем. Точно, точно, я же вижу. Лен, проходи. Ну что, вызвонил? Не, сейчас. Сестренка, а ты где? В деревне? А где именно? Зачем, зачем? С новостями хорошими еду. Приеду, узнаешь. Скоро буду. Жди. Ну? Ждет. Прости меня. Я думал, что смогу без тебя жить. Сто лет прошло, Стас. Вернулся. А я, может быть, скоро замуж выхожу. Говорил, что жить без меня не можешь. Ну и кто? Одноклассник. Первая любовь. Любит, с ума сходит. Света, выходи за меня. Стас, ты мне что, предложение делаешь? Да. Я хочу быть с тобой рядом всегда. Будь моей женой.
Машка! Мамка где? В доме. С твоим новым папкой знакомить буду. Привет, сестренка. Привет, что нужно? Ты Федора помнишь? Ну, брат моей жены, еще на свадьбе был. Ну, помню, что? Глаз на тебя положил, вот что. А вы правда мой новый папа? Ну, не знаю. Может быть. Держи шоколадку. Спасибо. При бабках, квартира в центре, ну. Короче, серьезно он не настроен, но сумеешь ему понравиться? Будущее обеспечено, и не только. Усекла? С ума сошел? Ты хоть соображаешь, что ты говоришь? Да брось ты эту картошку, ну, собирайся, ну, дура! За ним как за каменной стеной будешь, если сумеешь угодить! Что ты из себя строишь? Еще неизвестно, в результате, где ты вообще окажешься! Дура, ты хоть подумай, что с тобой дальше будет! Может, ты вообще по рукам пойдешь? Мама, мама! Ах ты стерва, а! Я тебе сказал, Анька, гордость свою засунь, знаешь куда? Ты... Федор, уберу ты руки свои! Тихо ты! Ты попал! Мужик, руку сломаешь! Да не знаю, с кем ты связался! А ты, Анька, можешь вообще не звонить! И домика, и тебе, и бабуле не видать! У меня из-за тебя проблемы! Не приходи сюда больше! Ты не знаешь, с кем ты связался! Ты попал! Нет, Васек, это не он попал, а ты попал. Понял? Поехали. А если кто об этом узнает, я тебя живого в землю закопаю. Заходи. А здорово вы их, дядя Володя. Даже очень. Ага. Ань, это, конечно, не мое дело, но что это было? Простите, Владимир. Это мой брат. Жениха мне привозил. Угу. Ну, я так понимаю, что жениха у вас больше нет. Красиво. В горах звезды кажутся ближе. Правда? Да, ну, простая физика. Меньше кислорода. Как интересно. Да. А я в детстве мечтала на Луну полететь. И вообще я думала, что Млечный Путь — это дорога такая, по которой волшебные машины ходят. Представляешь, я тоже так думал. А что, Млечный Путь — это дорога. А ребенка как решили назвать? Арсением. Ну, если будет мальчик. Это что, это как моего папу? Да. Но он же был хорошим человеком. Он был хорошим человеком. Светка, я на секундочку. Дима, это Стас.
Привет, Дима. Ты, может быть, объяснишь, что происходит? А ты не понял? Я сделала свой выбор. Я выхожу замуж за Стаса. Ну, а что ты думал? Тебе же так трудно было принять решение. Я это сделала за тебя. Все, Димочка, больше ничего решать не нужно. Какой же я идиот, а? Аньку на тебя променял. Ну вот и беги к своей Аньке. Извини, милый. На чем мы остановились? А он меня толкнул. Ну, это же детский сад, доченька. Ну, а ты что? И я его толкнула. Сам виноват. Разве можно девочек за волосы дергать? Правильно. Мам, смотри. Привет, пап. Привет. Полдеревни обошел, пока вас отыскал. Зачем приехал? Мириться. Вот. Не надо. Ань, ты дурак. Не понимаю, что со мной было. Как затмение какое-то. Сам не знаю, что творил. Анька. Ань, прими меня. Дим, я понимаю. Ты ей надоел. Она тебя бросила. И ты меня счастливить решил. Значит, не примешь, да? Уезжай, Дим. Это тебе. Пойдем, доченька. Давай их выбросим. Мам, зачем? Цветочки не виноваты. Давай я их лучше в вазу поставлю. Они такие красивые. Я их рисовать буду. Ну, как хочешь. Давай. Привет. Привет. Рисуешь? Вот. Ух ты! Здорово. А цветы откуда? Это дядя Дима привез. Дядя Дима? А зачем дядя Дима приезжал? С мамой помириться. Понятно. Да только мама против. Выгнала она дядю Дим насовсем. Ужин готов. Спасибо, я не голоден. Я не поняла. Борис Сергеевич, вам кто? Да вы знаете, кушай. Мам, а дядя Володя кушать будет? Нет, доченька, он очень устал. Ты кем-то занимался? Ну, образование есть, что такое?
Да. Ходила в студию 4 года художественную при Доме культуры. Сама ты из Москвы? Здравствуйте, можно? Присаживайтесь. Слушаю вас. Я бы хотел составить дарственную. Дом в Ермолаевке на Анну Семакину. Вот документы. Подсолнечного масла и макароны, пожалуйста. Макароны вот эти? Да, вот эти. Здравствуй, Алена. Здравствуй, Элечка. Аня. Привет. А ты что же, в деревне осталась? Да, так получилось. Слушай, это просто замечательно. Иди вот сюда. Местным фельдшером вместо меня пойдешь? Мне сказали замену себе найти кого-то из местных. Ну, а потому что мы переезжаем в Ростов к свекрови. Здорово. Ну так что насчет работы? Меня без замены не отпускают. Ну, понимаю, что такое дело. Я тебе не рассказывала, но меня в Ростове сильнодействующих лекарств обвинили. Подруга подставила. Ну, надо же. Вот сволочь. Ну ничего, здесь у тебя будет все отлично. Завтра же мы поедем с тобой в город, к главному. Он мне не откажет. Но я буду лично заниматься твоим трудоустройством. А сейчас я очень спешу. Ну все, до созвона, пока. Алена, дай мне 2 пачки макарон. Дорогая Аня, я уезжаю в Заполярье. В папке документы на этот дом. Теперь он твой. Желаю счастья тебе, Маше и твоему будущему малышу Владимиру. Алло, Глеб. Привет. Ты еще в городе? Ну, в гостинице. Скажи, а твое предложение насчет Заполярья еще в силе? Угу. Я еду с тобой. Обстоятельства изменились. Да. Но через 2 часа буду в гостинице. Thank you.
Здравствуй, Анечка. Здрасте. Владимир? Объясни. Тонет, она там утонет. Мы с ней играли в догонялки, и она упала. Смотрите, дядя Володя, вон она. Дядя Володя, скорее, она утонет. Скорей! Маша! А кто утонул? Что случилось? Маша, вода упала. Господи, Господи, с тобой все в порядке? Боже ты, моя хорошая. Да ты же вся мокрая. Мам, да ничего. Да, что? Ну, что значит да ничего? Ты что там делала? Так просто доски скользкие, а мы с ребятами в догонялки играли. А дядя Володя меня спас. Давай, моя девочка, давай ручки просовывай, давай, давай. Давай, моя хорошая, солнышко ты мое. Мам, не три меня, ты мне сейчас все волосы выдернешь. Давай, я сама. Замерзнешь, давай быстрее. Ой, я-то девочка. Мам, мам, что не ты надо, хочешь? Я уже вся согрелась. Солнышко ты мое, спасибо вам огромное. Господи, да вы же мокрый весь. Давайте все снимайте себя быстрее. Я сейчас вам полотенце дам. Снимайте, снимайте. Я сейчас вам чаю горячего налью. Лучше водки. Ну, в смысле, ноги растереть. Ну что, получилось? Да. Дымоход я прочистил. Дров достаточно, так что зимой будете в тепле. Спасибо. Да. Владимир, да. Вы испачкались немного. Пойду умоюсь. Равняйсь, смирно, песню запевай. Я солдат, я солдат, я иду по дороге. Я солдат, стой, раз, два, направо, раз, два, кругом, раз, два, шагом марш, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, стой, раз. Налево, раз, два, направо, раз, два, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Песня. Интересно, откуда она это знает? Я солдат, не знаю. Может быть, отец научил. Стой, раз, два. Ну ладно. Мне пора. А ты нас тоже бросаешь? Ну, почему бросаю? Я буду звонить. Мы будем с тобой разговаривать по телефону. Ты хочешь, чтобы я тебе звонил? Хочу. А потом приедешь? Я думаю, что у вас все будет хорошо. Я все-таки не понимаю, зачем нужно уезжать. Ну, я же объяснял. Работа, условия, романтика. Ну, до свидания. Всего хорошего.
вышел из-за калитки. Мам, он почти ушел. Мам, он... ушел. В твоих ладонях нежных тает снег. Снежина, голова кружения. И плещут волны белых рек. И нас несет, несет течение. Я знаю, что с тобою все смогу. С тобою все преодолею. Нам белый вальс принес в сердца весну. И пусть заснежены аллеи. Зимний вальс, снежный вальс над землей. В небе зимний вальс, снежный вальс высоко в небе. Мам, вот нашла! Он нас окружил в легком танце снежинка. Для бабушки и согрела улыбкой любовь одинокой.